2 марта 2023 года. Это небольшое окошко в детство. Детская железная дорога. И экскурсия по ней небольшая. Стрелка на маленький круг. Очень большой урез оврага, а дальше он там повыше поднимается. Здесь 9-этажный дом. Станция со стрелками сейчас ограждена. Поезда не ездят, не сезон. И поезда теперь имеют собственное депо. Ну а здесь стрелочные посты на второстепенный путь и на малый круг детской железной дороги, которая огибает овраг по его кратчайшему пути. Станция и депо. Состав, судя по всему, стоит на крайнем пути. Тут уже электрические стрелки. Основной круг уходит дальше, но я буду продолжать свой путь по этому, по маленькому кругу. Мое детство, конечно, вот этого всего не было. Эта ветка была совсем заброшена, она шла буквально в кустах. Ну а сейчас тут так, такая насыпь, полотно. Это, что называется, слишком переоблагородили это место. Уже, конечно, нету того кайфа, антуража вот этой старенькой такой, заброшенной такой веточки, которая никогда, ну, в нормальном режиме не используется. Сейчас это уже железобетонные шпалы и новые рельсы. Дело в том, что тут был очень сильный густой подлесок, поэтому вот добавлял антуражу этой веточки, ЖД-ветки. Вот, например, подлесок убрали, а вот такой примерно подлесок был. Вот так вот она тут тайно, буквально тайно прокрадывалась через эти все заросли. Рядом с овражком, через который идет основной мост, основной ветки ЖД. Очень плавненько закручивается эта ветка и состыковывается с основной, с такой вот насыпью она буквально спускается. Подошла к концу небольшая прогулка по детской железной дороге, что на сердце. Это было небольшое окошко в детство. До новых встреч. Пока.